Приветствую всех на курсе, посвященном изучению случайных процессов. Наш курс будет достаточно продолжительный. В процессе изучения материала мы затронем несколько важных глав. Мы поговорим о цепях Маркова в дискретном и непрерывном времени, о так называемых процессах возобновления регенеративных процессов. Мы поговорим также о мартингалах. Мы поговорим о различном вспомогательном материале, такие как условные матожидания, теорема оптимальной остановки, равенство Вальда и другие. Этот курс будет непростой. Тем не менее, хочу заметить, что основание нашего курса не будет являться, курс не основывается на знании, на понимании теории меры. Да, курс более все-таки является прикладным, да, прикладной математически, скажем так, но тем не менее знание теории меры в глубокой форме не является необходимым. Но знание теории вероятности является важным и необходимым для того, чтобы преуспеть и понимать материал курса. Готовы? Тогда мы приступаем. Сегодня на первой лекции мы повторим то, что мы должны были изучать или изучали в рамках курсов теории вероятности, математическая статистика, тот материал, который нам пригодится. Готовы? Возвращайтесь.